Где кончается асфальт и начинаются настоящие внедорожные приключения. Далеко ездить и даже ходить не надо. Сразу после пешеходного моста через Клязьму в районе Шелкоткацкой фабрики на тропинке к 7-й школе. К экстремальным условиям подготовка идет постепенно. Сначала вполне цивильная плитка, как ответвление от замощенной молодежной набережной, затем относительно ровный асфальт, а потом настоящий рай для любителей бездорожья. Преодоление препятствий для водителей детских колясок превращается в захватывающее соревнование по трактриалу. Правда, справедливости ради, надо сказать, что большинство управляющих этим средством передвижения предпочитают специально оборудованный участок объезжать стороной. По земле.